Потом зеленый бабл заходит в школе палом, греет и винар танком. И танчим как и дальше, и идем до конца. Я могу в холи пала. Не-не, зеленый бабл зайдет в холи пала. Нет. Окей, зайду. Ничего не хочу сказать. А может сейчас ее его заменить на Алису? Сейчас еще трайд даем. Не знаю, у меня. Я могу дать аккаунт Алисе. Последняя попытка она сделать квест, все. На будущее, ребята, делайте квест сами. На будущее, Алис. Почему ты каждый раз. Не, не про это. Про то, нахуя ты, блядь, берешь каких-то левых, а меня, блядь, даже нихера не говоришь. Ну а ты обычно против. Чё против? Ни разу, по-моему, тебе не отказали. Нет, ну типа, если бы это был бы мастер, то я за паладина ретрика играть не умею, что бы я сделала? Там две кнопки. Death Writer где? Почему? Релок нет. Сейчас посмотрим. А диваны разве снимают этот грань? Если кидать. Диваны не снимают, диваны могут снимать. Но помогут. Грань это не дебаф, грань это баф, он вешается на 6 минут. Как он может снять диваном? Очень просто. Если кто-то не умеет снимать, блядь, диван, может нечаянно снять грань. Баф. Так, вот где. Диван в рейд, похоже. Лети. Подлетай, пожалуйста, Джованни, пожалуйста. Еще будем смотреть. Если лок не зайдет, будет хуёв, конечно. Умирает практически в начале сразу. Холи Пал, у тебя половина чары нету. Все, я после рейда с ней поговорю, нахуй расскажу, что до чего. Закрылите. Закрыли тему, значит, закрыли тему. Так. Ребят, давайте уже закроем это говно. У меня сейчас лежит новый монитор на 38. Молодец. Очень хочется затестить. На ком? Думаю, на киношке. На чем-нибудь да пожёстче. Я порнуху включил. Да, принимай. Я бы тоже. А ты хочешь этот затестить тринку, да, на тестан? Да. Мини-талик. Ну да, он охуенный мини-талик. У тебя этот, как он, монитор лежит, а у меня... Моя ждет нахуй дома, ёпта. И убийство Лича, блядь, и сделание квестов на профессии. Ей что-то никак нахуй. Что ты здесь делаешь? Веду рейд вам, ёбаный урод. Если чё, я через 20 минут оффаюсь.
Да, заебись, еще один нахуй. У меня работа, блядь, до конца недели. Я говорил уже каждый день. А у меня спина болит, и что? Я знаю, как лечится. Про тебя я вообще молчу. Проблем твоя самая простая. Звездуй на массаж. Смотри, Алиса, берешь палку, блядь, и просишь, чтобы кто-то тебя порихтовал. А куда пожестче? Гантели, ёбаную. Ну, деревянную там, блядь, железную. Кожаную. Или кожаную. Может, МРТ вначале сделать? Чем, блядь? Плоскогубцами? Я бы сказал, что палкой кожаной, но... Да это ж панацея. Как у даишника? Олег. Так, желание тех ласки, да, надо? Припод нужен? Да, было бы неплохо. Вот это вот хуёво. Угу. Два нахуй хуя. Я просто... По зеленым. Да я знаю. Что-то я ничего не чувствую. Луки, проклятие костный язычек, киньте. У кого он на панельке. А локов есть здесь? Нету локов. А, Сельмин. Милики, не лезьте. Сейчас клубы милики. 4 секунды. Идите из зелёных. Ну а как, если туда пельмени летят? ВР по полипалу, да? Пельмень.
клуба Милики. По красному. После красного. А, понял. Ханс, беги на! Я не могу идти! А на нем боком. Давал уже на хп. У меня замер, что-то и не идет. Меня поганые. А что за дрочь, я не могу двигаться? ЗБФ тебе отдал. Чем ты знаешь перед красным? Нету замедления, он не изнул перед этим. У него не было раги, хотя... Не в ШП, что ли, брат? Не, а чечунки моя вина. Я не понял. Если я залип, я тупо бегу и застрял. У нас в Энх еще меньше. На мост заходим. Шейпер лопает. Че, еще трач? А, еще трач. Ну, 20. Еще мост проблема была. Да не будет. Ну, Шреддер сам тоже сделал. Шрейпер делал.
Он на этом, на Тунке, походу. Он задел. Чё, написать ему? Написать ему, говорю. Ой. Надо? Пусть его тут не надо. Пусть его будет. Помидоринка на замену. Зачем? Нет, нормально сейчас. Лучше вина. Стопнули, пожалуйста, флот, потому что у нас сейчас один хуй минус один будет после этого трая. Да так захилен, я же не лох какой-то. Выглядит к тому хупалу, то что он не хилит. Бабл улетел, у нас мана нету. Ну как тебе сказать, вот у него нахилено лям 300, 5к хпс, 4 место. Вот он нахилил меньше, чем 3 место, на 700 с половиной тысяч меньше. Вот. А оверхил у него... Сейчас, давайте, залетайте, бабл, остальные залетаем. Да, да. Я помню. Неподходящая цель. Нет. Оставайся на шамане. Ну что сейчас у нас. А, ну шаман. Погоди. Пока попробуем таким составом. Останьте пока. Он просто стример. Блять, ну вот я. Видишь, ни разу не перехиливал, а тут он просто на четвертом месте. Всегда. У него шмот не собран. Нормально, вот и все. Да, нормальный у него шмот. Шмот, он на меткость стоит. Не нормальный у него шмот, у него, блядь, перчи с МП5, нахуй, сетовые, блядь, штаны сетовые, нахуй. Потом еще ноги, блядь, нонсет, нахуй, крит МП5. Ну что ты мне рассказываешь, это, блядь, нормальная сборка? Даже тканевые, блядь, ботинки будут лучше с критом, лучше с критом и с хостой. Не всегда надо убиваться на интеллект, нахуй, чтобы у тебя больше маны было. Мне только вышел. Блять, Войд Гоу убьем, я пойду. Сейчас долетает, люди. Сейчас долетает, и мы уйдем. Мы убьем сейчас нахуй. Ой, я успел прикурить, нормально. Он может... А, не, он умер. Умер. Помидорина, смотри, когда появляется зеленый слизень, ты должен бить его, чтобы стоять спиной к столу. Так как тебя откидывает хрен пойми куда, тебе не достают хилы банально. Лок, пока на замене. Не, ну если смотреть так по рекаунту, все траи, которые был, он походу всегда умирал. Так я до него достать не могу, он просто вот там тусуется под... гнилем на балконе почти. Ну его откидывают туда постоянно. Ну, так я уже просто... Он неправильно становится, он должен кардалеш его отпинуть. А, погоди, стоять, Локу нужен проф. Джованни, можешь уступить? ТПшнись, тебя потом засумоним. Лок инст. Не, ну Локу надо закрыть и потом займу, затычь, хэм пошел, будет нормально. На портал.
Он хотя бы шарит, что нужно под прокид давать. Да я вон дико сдал. Давай, Локвинст. Быстрее только добегай. Кстати, не была Power Drive, тут вообще не будет, 100 лет не была на профе. Еще раз, заходи. Джованни, ты пешнулся? Заходи. Быстрее добегай. Да, блядь, я против всем постою. Сейчас шейпер работа проедет. Да нет. Там каски работа. Кто там раздавал? Шейдер каски? Шейдер каски раздай. Дерсал профа сколько? 8 минут? Нет. Не работает дерса. Работает. Конечно. Ну, мы умрем до дерса. Даже в Гере не работало, с чуваком разговаривал, как в Гере уже берса должна быть, а они так выпили его. Она на минуту позже дается берса, чем в ДБМ. Я ребята, лично видел, как берса была. Вы никогда не доживете до берсы. Ну лучше все. Идет быстрее. Давай, 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 Лок. Тумеров как-то странно кидается. Где он там? Сейчас Лок добегает, фул его баф, быстро рыбу кушай. Бафнули Лока. Рыбу кушай, рыба стоит. Так, готов? Так, чек на готовность. Откушаешь рыбу, плюсани. Лейман, что такое? Кулак. Кулак дайте по Лейману. Пороги. Мастер. Кому чё, блядь? Сука, бафл рог нахуй 20 раз, блядь. Зай расколоться, так? Что-то я ничего не... А, стоп, он, блядь, на Вармс. Что? Это еще откуда? Для меня. Я не могу выйти из блика. Царь. Царь друзья, но он зависит на месте экрана. Пельмень. Тебя слизень выбирал?
Пельмень. Да, и... Мы могли перевезти. А, не, не могли. Обезьян, если есть гимн на моно, давай. Ремени. Да, да, я втыкал эту турбосхи. Добивайте. Что делаю? Ну, блядь, лужа. Ой, не успел. Тогда он дома, вливаемся и нормально. Видите влево. Я забрал. Чтоб как мало было. Перед лицом, сам же. Пельмени. Кидай, Димон.
Там лужа большая, что он летит в лужу. Я профа не убил. Я, конечно, ничего не хочу сказать, но как-то это все странно. Потому что не могли, а тут взяли и убили. Не, вот просто вот... когда мы идем делать квест, надо, сука, всем мейном заходить. Он просто, видишь, холипал, что делал, блядь. Я вообще не хилил, нихуя, блядь. Тут посидел, вот, отдыхал. Плюс один тут, блядь, вот тяжело. Как бы, точнее, нечего было хилить вообще. Я тебе что, то? Да. Если надо кому-то, пусть возьмут. А заебите портал мне в Огре, блядь, я пошел. Получал. Да, тайны маги, по ним не вовремя. Если кому надо, я говорю, я дам, потому что мне второй уже отдали. В Огре? Ну я тоже так понял. Раз я набрал спек, и никто не взял. А можно покурить, пожалуйста? Не могу прикрыть члена другой группы. Чуки получили. Кори, мне в ШП идти или в хиле оставаться? Пока в ШП можешь. Царь обезьян. Чё, лок тут? Шкаф поставь. Нет, не на паладина, но лечь. Нет, это плохо. Дайте еще раз, он или у меня лагает. Сейчас. А, не лагает. Все, я тут. Кликните. Сейчас зацимоним еще одного человека и сагрим. Сейчас хилбот убью. Да, уже дружусь. Ставил друг. О, сука. А я не понял, как ты меня узнал. Это Винар, там был нос. Боя, мастер и Дезвинка. Да.
Я просто очилку утонул, я так попрофу давно уже убить. Не-не-не, ну чувак, ну ты там был в первый раз, ну чё ты гонишь? 25-ки, да? Идите, давайте лезть на бывших. А это мы... Чё мы падаем, нахуй? А у нас тут только два хила было, блядь. Кем я его контролю, шаманом, да? Я шансоном подниму, шакалками давай. Шайдер сзади стоит, а пока что. Ну, как бы это уже было, наверное, с самого начала. Он говорит, урок убрал. Сейчас, ну... Ну вот это вот покуривание тоже не... Да. Угу.
Вы меня хотите научить отэшить? Выйти в танк. Как раз МТ. Спасибо. А нахера? Подожди, Вадик, зачем? Она не больше агро, у нас два роги, один в одного напуливает, ну одного бьет, один другого напуливает, так же проще. Рыбу что? Они напуливаются, но ДПС они больше, потому что мобов всего один. Кто там первый всегда? А что ты Алису поставил в мои? Не, я просто спрашиваю, почему большая вот эта вот хуйня. Минус дамаг от спер, если потеряет. Кого первым лупят? Да ладно. У кого хп есть, того и лупят. Сейчас будет смена, блядь. Пусичу после принцов на чисис ебать замену. Он оффит. Я тоже не знаю. Итак, царь обезьян, гимн на ману. Да?
такое хорошее настроение было, блядь, пока не увидел, блядь, исцеление на и от этой поглощения. А Шинсунга, блядь, я думал, я второй похилу, блядь, забыл, что у нас лица, сука. У меня было только на ХПС, а сейчас я включил и абсорб. Шинсунгин на ман. Шансун. Он что, не песком? Ножа, катушка есть? Блин, катушки нет. Запа. Осколок как не упал, да? Я ж говорю, следующий осколок встречал. Это ж боешка. Запа, боешка. От меня шредер обмен не дай. Это боешки зап. Дай мне ассиста на шаман. Я таблицы не вижу. Да. Сумка пока что для меня. О, суки, сапли. Как устала опять ногу, честно говоря. Босс не так напрягает, как ног. Обычки, да? Охуенно инститы и канов, там вообще трэша нет. Да и ходить особо не нужно. Пульный рост как-то криво стал работать. Как? Кидаешь на одного чувака, а он кидает вокруг, на кого угодно, но на него. Он всегда так работал, нет? Нет, он сначала на кого кидаешь,
вокруг него и его нрав. А теперь его, может, и нельзя. Уж это он все правильно делает? Значит, он раньше неправильно делал. Он выселяет до пяти человек, он не говорит, бля, что он должен... Фаст он будет. Насколько я читал только. Ну как бы да, но привычнее было уже как-то пока. Она пошла за водой. Оно рандомно кидает на этого человека, который стоит возле него. По ХП следит, походу. Насколько я знаю. Че на порядке, бля? А, царь обезьян, мы тебя закрыли этого, да? А у Зулджена? Да. Ну да, закрыли. Я уже подумал, сову одевать, если это бабло закончилось. Блин, зачем тебе столько свинов? А у меня всегда такие есть, я всегда под рейды их собираю. Блин, ненавижу. Вот, мне нравится из одного класса выжимать. А мне лень, нахуй, мне всегда скучно за одним классом. А меня заебал ДК, но я уже к нему привыкла и не могу играть вместо того друга. Ты из ДК еще не умеешь играть. Все, ты не в черный список попал. Нет, уметь играть за всех можно, а вот досконально знать классы и понимать... За 10 лет, поверь мне, можно и это делать. Ну, нет, все равно. Не, ну, конечно, если ты задротишь 10 лет на одном классе, ты, блядь, будешь знать, нахуй, на нем все досконально. И то не факт, да. Потому что ты каждый раз что-то новое узнаешь. Потому что это пират. Тем более, нахуй, если что-то кидать. Но если ты еще начинал на оффе играть, тогда это чувствуется. Но пиратка сильно отличается, все равно тут тоже всякие плюшки есть, которые, ну, вот да, сильно отличаются.